Так, родилась в Буйловке 35-го года, 27 марта. Ну, начну я, как мы готовились, когда война началась. Вот, мы были у погреба, начали стрелять, недалеко была от нас, через дом, по ту сторону. Вот, и все бегут у лес прятаться, ну и мы ж туда тоже. А потом у нас военные там заметили, вот, и сказали, куда ж вы лезете к немцу под руки. Он прямо по ту сторону дону, а мы по эту сторону леса прячемся в лесе. Вот, повыгоняли нас с леса оттуда всех и начали эвакуировать в село Рудни. Ну, кого куда, нас у Рудни. Пригнали под воду быков, вот. И подвода такая гарба, может, вы знаете, гарба, не ящики, а гарба этими вот. Называется она гарба. Высокая эти вот, как сказать вам. Ну ладно, Хань, кто это слуха будет, он знает, что за гарба. Погрузили нас, была у нас бабушка, вот. Брат глухонемой с 31-го года, брат один с 37-го, один с 39-го. Вот. Ну, начали грузить. Председатель сказал, вот вам пригонят под воду завтра. Мы начали грузиться. Там подушки свои, то перины, то это, абы что это, угарву эту. Ну, и посадили нас, и поехали мы. Поехали мы с утра сразу. Ехали целый день, а холодно было уже прямо, аж осенью уж мороз был, уже морозец был. Вот. Едем, вот. Бабушка старенькая, уже ей было году 70, наверное. Вот, кричит: Нюрка, одень мне спину, мне холодно. Жалко мне. Вот. А мама идет пешком. С палочкой за подводы, потому что негде садиться там. Вот. А с нами еще с улицы одни ехали. Но они молодые были. Моложе маме намного. Вот. Поправляет, одевает ее, поехали дальше. Доезжаем до одного села, не помню до какого. И остались ночевать там, потому что до Рудни еще далеко было. Вот. Быков покормила ж мама, и все, и нас покормила. Мы переночевали там, утром поднимаемся и едем дальше. Приезжаем в эту Рудню уже на вечер, вот. Квартиру нам кто-то ихний, какой-то начальник там приготовил, снял квартиру. Не квартиру самую, а хата, вот, жила там бабушка и... Это невестка ее, и еще дочка, но она отдельно жила, а приходила сюда к ей. Вот, хата эта стояла, гора такая большая, и вот над горой улица была, это не улица, там поселочек какой-то, хаты разбросанные были, они не то, что вот как у нас улица. Вот, ну, картошки ж мы ж взяли себе там сколько мешков, я не знаю. Вот, а невестка такая была строгая, и она, видать, не хотела брать ночевальщиков этих. Вот, разгружайте чулан там на улице, знаешь, летний какой-то там, это кухонька. Вот, ну, мы разгрузили туда картошку эту, родители наши разгрузили. Вот, и на завтра мороз, вот, и померзла эта вся картошка. И с этого дня больше тепла не было. Мороз, снег. Ну, короче, зима началась. Вот, мы расположились там. Вот, живем, бабушка старенькая. А там от нас недалеко была церковь. И в церкви были немцы пленные. Наши их там позакрывали. Вот. И они, а окна без стекол, там холодина был, страсть. Вот. И они это прямо все в окна это глядят, просят поесть, чтобы кто-то что-нибудь дал. Вот.
недалеко прямо от нас было, так вот, ну, метров 500, может, и вот. Ну, дальше живем. Потом уже ознакомились. А брат у меня, ему было, наверное, лет 10, глухонемой. Он не разговаривал, не слыхал ничего. Это топить нечем. Это невестка, идите, лес рядом был, правда. Вот, езжайте, берите санки, езжайте, говорите, это, за дровами себе топить грубку, чтобы было тепло в хате. Вот он поехал, это дитё, не знаешь, дорогу, никого, ничего. Привез, правда, немножко, вот. И так он начал ездить, подвозить. Ну, и мы прицепились, а мы там сколько там нам было. Поедем и мы с тобой же. И мы ездили, помогали ему. Вот. Так вот потопились. А потом уже к весне как-то ели мороженую картошку. Принесем, растает бабушка, вот, и варить. Она, знаете, как тряпка прямо. Вот. Ну, есть больше нечего было. А мама уехала сюда, тут заставляли работать. Вот. Хоть вас отправим, а вы, чтоб приехали работать сюда, в колхоз, надо что-то делать. Вот. Вот эта бабушка нам готовила. А немцы, наверное, или как отпускали их, или я не знаю, или они сами, может, вылазили, убегали, как ходили, побирались. Такие на голове какие-то эти шлемы и накидки на них, и вот немецкие. Ну, приезжайте, бабушка всегда что-нибудь даст им. Вот. И вдруг однажды заходит немец, вот. Ну, кухвайка там у них уже одета, а шапка такая русская. Вот она, ой, да мой внучек, да мне нечего давать, говорит. Ничего, говорит, уже нету. Вот он, сыбай, говорит. Никогда не забуду. Мама, да бабушку. Говорит, мама, это ж я. Разбирается вот так вот. Вот она заголосила, угадала, папанька наш, каким путем его отпустили, что он к нам заскочил на 2 суток. Вот. Ну, вот это ж не хуже разобрались, она поголосила. Он нас обнял всех, подушил, поцеловал. Вот. Ну и рассказывает, как вы тут, да что вы тут, да. Вот. На другой день, говорит, ну я пойду, мать, хоть картошки ведро куплю. Пошли с братом, ну, с сыном на базар. Базар недалечко тоже был. Купили ведро картошки. Вот. Бабушка почистила, наварила завтракать. Суп с этой картошкой свежей, с хорошей же. Так мы так ели. Крохотка упадет на стол, мы ее... Это сейчас по разных тарелках. Сейчас едем. А тогда же в одной чашке ели. Поставили чашку, с одной чашки едим все. Вот. Но мы каждую крошку со стола слизывали, эту картошку. Вот. Ну, побыл он еще сутки, и распрощались мы, уехал. Потом мама приехала еще. Ну, то так вкратце не хуже, какая наша была. А потом приехали отсюда. А тоже ж хата жили наш... Там привалено, знаете, как, что они будут там у хати порядок наводить, рубка развалилась, у сарая там бордели, все на свете. Ну, короче говоря, жить невозможно первые дни там. А папина сестра жила лиховатку, знаешь ты, на лиховатке там она жила. Она или, вот я не помню, или недалеко эвакуировалась, или вообще не эвакуировалась. Ну, там жила, я вот не помню. Вот, и она нас приютила, всю нашу семью эту. А эта бабушка, ей мать. Матерью, значит, и нас же четверых, и маму пятую. Вот, и мы жили, а есть тоже нечего было. Так нечего, что голодали вообще. Пойдут купить картошки. Так мы так дружили, и у ей дети были, дочка и сын. Так дружили с ними дружно. Пойдем украдем эту картошку сырую и на ляжанку, у переднюю хату, знаете, русская ляжанка, боже, на ляжанку туда попрячемся и почистим эту картошку и сырую погрызем, чтобы же
Тоже надо варить же всей семье, а то мы сами украли и поели эту картошку нечищенную. Мы почистили ее на Ляжанке. Вот. Дожили до весны, начали тогда свой огородик сажать, начали хату свою ремонтировать с бабушкой. Ну, бабушка долго прожила у нас, спасибо ей, Царство Небесное. Хорошая бабушка была. Вот. Ну, конец с них уже того. Повзрослели, тогда уже пошли, брат пошел кузнецом работать, вот, помощником кузнеца, потом стал кузнецом. Илюшка Глухонемой, может, ты знаешь? Иван Павлович, знаешь брата моего? Знаешь, ну вот брат, а не братья. Иван Павлович, это же не было на свете. Вот такие дела, вкратце рассказала. Спасибо вам большое.